Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы будем слушать Гурама, Токсиса и кого только не будем слушать. Трек называется «Забудь». Перед тем, как будем слушать, напоминаю вам о том, что мы есть в Телеграм-канале, и там можете поучаствовать в наших голосованиях и вообще пожить и пообсуждать что-то интересное с нами. Также напоминаю вам о том, что у нас глючит камера, и скоро мы не будем выходить в эфир, если вы нам не поможете и не покидаете хоть немножко донатов, чтобы мы купили новую камеру. У Максима есть игровой канал, про который я тоже постоянно говорю, его тоже надо поддерживать. И пока вы это все делаете, мы слушаем Токсиса и его команду. Трек называется «Забудь». Я больше не твой, сука, забудь. Тебя нету пару минут. Ты, я не хочу, я не могу. Пришло время это перешагнуть. И даже когда наш фото смотрю, но может с ней вообще похую. Да, я не из тех, кто базарит хуйню. Мне не понравилось лицо, говорю. Я думал, он брат, но он даже не друг. Как много фейков вокруг. Парень дикхэд, как вся его крю. Извинения, пусть в инсту. Так мало людей, кого я правда люблю. Всю себя даю. Оставь меня в покое, я тебя прошу. Я больше тебя не выношу. Он снимает видос. Сука, зачем? Ты провинилась, теперь перемой член. Я не как он, я не как все. Подогрел кореша, но он не просил. Я не хочу, я не могу. Но тебя нет время даже пару минут. Когда видит меня, он не базарит хуйню. Он сам знает, его перевернуть. Снова грустишь, но нахуя. К этому нас привела сама. Теперь ты одна, и я меняю, сук, меня города. Это мой аромат. Маржелла и газ сопровождают меня. Никогда не хотел, ни сироп, ни дорогу, ни бар. Don't stop, make it pop. Звук взрывает на колонках. Со мной кура. Мы пулапаем на тонко. Dripped out, swagged out. Но мне нужно сделать доллар. New jazz, all star. Я для них уже как донор. Забудь, что я был с тобой ночью, ведь я много пил. Забудь, что я был с тобой ночью, мне нужно такси. Малышка делает мне плохо, хотя я не просил. Объясни уже. Я больше не твой, сука, забудь. Для тебя нету пару минут. Ты, я не хочу, я не могу. Пришло время это перешагнуть. И даже когда наш фото смотрю, но может с ней вообще похую. Да, я не из тех, кто базарит хуйню. Мне не понравилось лицо, говорю. Я думал, он брат, но он даже не друг. Это Гурам? Вокруг, парень дикхэд, как и вся его крю. Извинения, пусть в инсту. Так мало людей, кого я правда люблю. Всю себя даю. Оставь меня в покое, я тебя прошу. Я больше тебя не выношу. Ну, друзья мои, давайте мочить бедного Гурама вместе с Токсисом и кто там еще вместе с ним. Ну, друзья мои, ну как бы вот, по-моему, вот сейчас был Гурам, да, а до этого был кто-то Токсис или что. Вот мне кажется, Гурам, он был такой почетче, а Токсис, он немножко такой расплавленный был. Вот, я не люблю более расплавленных, мне как бы четкости не хватает в музыке и везде, и обычно я к этому придираюсь. Вот, а значит, что я хочу сказать по музыке. Вот настолько она была однотипная, это вот-вот в целом-то вроде и неплохо, все нормально и все, но вот эта музыка, которая кончилась тем, что я как бы уже вот посмотрела, сколько мне казалось, что там уже дело к концу, а была только середина. Вот такая музыка, она, ну, вот нет изюмчика в ней, и поэтому она надоедает. Понимаете, вот мне, допустим, вот, ну, как бы вроде она началась и была неплохо, а потом поднадоела. Вот, поэтому за музыку я, наверное, поставлю 6 баллов. Музыка была не айс.
Вот, по смыслу все было понятно, песенка про любовь, что она вот такая рассекая, а он такой замечательный. За текст я поставила 8 баллов. Если бы еще и музыка была такая более веселая, ну или не веселая, но по крайней мере разнообразная, то было бы все неплохо. Вот. И картинки красивые, и девочка, хоть она и одна там, но вот как-то это самое все было в тему, за исключением самой музыки. Вот. Ну и атмосфера. Вот музыка, она, конечно, очень сильно влияет на атмосферу, поэтому с атмосферой тоже. Ну, 7 баллов, ладно, атмосфера. Ой, что-то у нас так много. То есть, значит, мы поставили сколько? 7 баллов. Или нет, за текст мы 6 поставили, за музыку мы 6, за это мы поставили 8 баллов и 7 баллов за атмосферу. И получилось 21. 21 делим на 3, 7 баллов. Ну, в принципе, 7 баллов неплохая оценка, но мне кажется, что как бы у этих товарищей есть потенциал, вот, и просто надо немножко разнообразить вот, ну, как бы стиль свой. Всем пока.